сегодня, вот уже в третий раз, проводим торжественное закрытие чемпионата муниципального образования Зябликова по футболу. И, я думаю, очень приятный сюрприз для вас. К нам сегодня приехала футбольная команда «Торпедо Москва». И я рада представить главного тренера команды Белова Михаила Владимировича. Здравствуйте, молодые люди, свежие девушки, которые активно принимают участие в футболе. Хотелось еще раз также поздравить вас с завершившимся мероприятием, чемпионатом, который достаточно долго у вас проходил. Очень приятно видеть, что вот в школах вот такие поля создаются, строятся, большое внимание муниципалитет уделяет. А в большой футбол приходят ребята, вот такие же, как вы, которые начинают играть вот на таких прекрасных полях, которые тренируются в школах. Играют, раньше были соревнования кожаный мяч, а дальше приходят заниматься в профессиональные школы, такая же, как у нас есть школа имени Воронина. Пожалуйста, приходите. Да, хотел еще вас представить. Со мной приехало несколько ребят, игроков футбольного клуба «Торпедо Москва». Рядом со мной Андрей Козлов, нападающий, рядышком Артем Самсонов. У нас уже он второй год в клубе. Играет как защитника, так и крайнего полузащитника может сыграть. И также представители у нас два вратаря. Андрей Лунев, воспитанник торпедовской для нашей школы. И Александр Довни, вратарь на данный момент, вратарь основной. Вот перед вами настоящие профессионалы. Ребят молодые, имеющие перспективу, и, может быть, когда-нибудь вы их увидите в составе национальной сборной. Кстати, Артем Самсонов, чемпион Европы среди молодежных состав, да? У нас 89-го года рождения. Так что перед вами официальный чемпион Европы. Сейчас вот я вижу, ребят, мячи. Мы, наверное, вместе как-то покажем несколько, так сказать, технических приемов. Вместе поучаствуйте с профессиональными футболистами. Давайте минут 5-7 уделим этому внимание. Заодно и что-то посмотрите, что-то увидите. Хорошо? Это начало образования футбольного. Вот они начинают заниматься здесь, вот в школе. Затем, если уж желание большое есть, если родители видят, может быть, учитель физкультуры посоветует, скажет, вот у парня неплохо получается, тебе надо идти в профессиональную школу. Потом где-то, как правило, там 12 лет попадают уже в профессиональные школы, которые есть. И «Торпедо» у нас своя школа имени Воронина. Пожалуйста, приходите в профессиональную школу, а через 5-6 лет, 18 лет, почему бы кто-то из них может попасть и в профессиональный уже клуб. Мы идем этим путем, мы очень рады, что у нас вот будут в клубе свои воспитанники. Не просто покупать из-за рубежа, а именно, чтобы были свои воспитанники, свои с Зябликова, с Автозаводска.
церемонии торжественного награждения. Этот кубок вручается самой лучшей команде нашего чемпионата. Третьим местом. Это сувениры. Поэтому я всех поздравляю с праздником и желаю побед. И главное, конечно, побеждает у нас кто? Дружба. Да? Поэтому с праздником вас, дорогие наши ребята. А гостям хочу сказать большое спасибо, что они приехали. Мы всегда их ждем, всегда рады их видеть у нас на территории муниципального образования Зарникова. Спасибо большое.